Добрый день всем. Приветствую на сегодняшнем заседании. Мы сосредоточимся на управлении данными на тему окружающей среды. Мы занимаемся подготовкой программ, передач на тему того, как окружающая среда воздействует на нашу жизнь и как наша жизнь связана с технологией. Мы в Великой Британии по радио предоставляем нашу передачу каждый день. Мы тоже внедрили много новых технологий в радио. И мы не испытали больших трудностей. Особые трудности возникли, когда мы не могли выходить на улицу, когда был введен локдаун. Многие люди очень содействовали тому, чтобы в повестке нашего форума находилась именно тема содействия окружающей среды и технологии. Мы занимались этой темой пократце и на других заседаниях, а сегодня на ней сосредоточимся. Я уверена, что мы скоро будем предоставлять аплодисменты всем тем, кто был автором идеи того, чтобы сосредоточиться именно на окружающей среде, тоже на нашем форуме. Молодежь – это молодая, новая генерация лидеров. Вы уже сегодня думаете о том, как использовать технологию для того, чтобы содействовать развитию и защите окружающей среды. И я очень рада, что могу быть модератором этой панели. В этой встрече участвуют только женщины. И я должна сказать, что есть и дискуссии, в которых участвуют только мужчины, такие, не знаю, мужские дискуссии. Так что я даже не знаю, как к этому отнестись. А теперь я попрошу вас представиться, сказать, чем являются такие данные насчет окружающей среды. Эти данные основываются на измерениях, на эти данные, которые касаются экосистем, окружающей среды, наших действий. Мы понимаем, что мы не очень хорошо сейчас обращаемся с окружающей средой, что нет устойчивости. Нам необходимо внедрять такие меры, которые докажут, что мы в состоянии меняться, чтобы дальше не вредить окружающей среде. Мы должны принимать такие решения, которые будут содействовать устойчивости, устойчивому обращению с окружающей средой. Мы говорим о разных акторах, о разных стейкхолдерах, о разных мерах, ресурсах, которые позволяют нам добиваться выносливости, которые позволяют нам положительно влиять и на среду, и на нашу жизнь. Очень важно правильно управлять данными. Мобильные телефоны имеются различные данные. Сателлиты собирают огромное количество данных. Наука при помощи сбора данных, при помощи различных приложений, многие научные статьи основываются на этих данных, на данных, которые предоставляются, среди прочего, частными предприятиями. Масштаб экологических данных, данных насчет окружающей среды огромные, их обязательно их нужно понимать. Без понимания этих данных мы не сможем реализовать множество наших целей.
отсутствие доступа к данным – это огромный фактор возникновения неравенства, удержания у неравенства. Нам нужны экологические данные не только для того, чтобы управлять окружающей средой, но тоже, чтобы обеспечивать равенство. И теперь попрошу вас представить, начнем с госпожи Джойс Мисуи из Объединенных Наций. Меня зовут Джойс Мисуи, и я заместитель исполнительного директора экологической программы Объединенных, Организации Объединенных Наций. Спасибо, Джойс, а теперь Джойс Мари, который является министром по правительству в Канаде. Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Джойс Мари, и я министр по цифровому правительству в Канаде. Я раньше была министром окружающей среды для провинции British Columbia, а раньше я еще работала в бизнес-секторе. Я занималась залесением и восстановлением экосистемы. И я об этом буду, на этом топут буду ссылаться во время своего выступления. И теперь Селина Ли, которая является одним из основателей CEO в Зинди. Меня зовут Селина Ли, я являюсь генеральным директором Зинди. Мы африканский стартап, у нас местонахождение в Южной Африке. Мы занимаемся платформой, которая работает на африканском рынке. На нашей платформе находится 20 тысяч академиков. Мы занимаемся главными вопросами современности, в том числе искусственным интеллектом. А теперь перейдем к доктору Кейси Линер, которая является участником Совета по Sustainability Science от Microsoft. Большое спасибо за приглашение. Мы являемся этнически коренными американцами, и я очень рада, что могу присоединиться к вашему заседанию. Большое спасибо. И доктор Эмили Лес. Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение. Меня зовут Лэнни Лорс. Я работаю в Sustainability Science в Microsoft. Мы гордимся тем, что технология и наука, и данные объединяются для того, чтобы содействовать устойчивому развитию окружающей среды. И Роуз Мумбуазе, директор из Центра по климатическим технологиям. Я из Копенгагена в Дании. Я занимаюсь таким технологическим механизмом ООН, который был основан на Конвенции об изменении климата в рамках экологической программы Организации Объединенных Наций. А теперь я попрошу мои участницы перечислить важнейшие вопросы, связанные с управлением окружающей средой. Начнем с госпожи Джойс Мисуи. Спасибо большое. До того, как я отвечу на ваш вопрос, я хочу сказать, что это очень вдохновляет, когда мы видим, что возникает среда, которая становится главной темой нашего форума. Я хочу обратить на это внимание. И я хочу поблагодарить многих участников, которые повлияли на это. Какая тема является для нас ключевой? Ключевой является фрагментация данных. Я могу привести некоторые цифровые данные. У нас около 700 различных платформ, которые обслуживают частные и государственные фирмы. Каждая неделя на нашем рынке появляется новая платформа. 7000 различных организаций предоставляют данные по наблюдению за землей. И 50 миллионов различных источников можно эксплуатировать. В основном там источники есть
есть тысячи гарантий, правил, которые касаются управления этими платформами. Мы над этим работаем в нашем департаменте в ООН. Я обратилась к государствам-членам, к правительствам, чтобы подготовить глобальную стратегию по разработке экологических данных. Нам нужен международный репозиторий, чтобы проводить валидацию данных и обеспечить использование данных для мониторинга глобального развития, в том числе цели устойчивого развития. Мы строим наши платформы для того, чтобы достичь наших целей, а наша платформа называется World Environmental Situation, то есть состояние мировой окружающей, глобальной окружающей среды. Большое спасибо, а теперь перейдем к Джойс Маррей. Собственность данных. Я терпеть не могу этот термин. Мне кажется, что, скорее всего, мы ищем информацию, кто хранит эти данные. Но очень важно, чтобы мы идентифицировали все данные, все источники, и чтобы мы определили, кто ими управляет, потому что эти данные будут собираться, этими данными будут пользоваться и частные, и государственные организации. Это значит, что у разных субъектов есть разные интересы. Так что коллективное хранение данных – это очень важная идея, очень нужная идея. Вместе с тем возникает правило соответствия закону. Могут быть различные правила, но если нет четких механизмов, которые обеспечивают соответствие закону, если не будет таких механизмов выполнения этих правил, то найдутся всегда субъекты, которые будут злоупотреблять данными, использовать их не с той целью, которая была в самом начале установлена, объявлена. Нам нужно добиваться постоянного прогресса. Ситуация динамична и быстро меняется в нашем цифровом пространстве, в нашей цифровой вселенной. И любую структуру нужно с самого начала проектировать так, чтобы можно было ее поддавать актуализации, чтобы можно было реагировать на ситуацию, постоянные изменения. И еще одна вещь – это правила, которые должны быть заложены изначально в проекте. Мы в состоянии сделать все, у чего есть смысл с точки зрения техники, с точки зрения проекта, те, которые пользуются данными. Если для них это сложно, если для них будет сложно обслуживать эти данные, то мы не добьемся никакой цели. Будет недостигаемо, и мы не сможем исправить состояние окружающей среды с использованием технологий. Джойс, спасибо большое. Итак, перейдем к Селин Ли. Я хотела подчеркнуть три темы, они взаимосвязаны. Они связаны с нашим опытом. Я думаю, что когда думаю об управлении данными, то первая мысль – это транспарентность. Мы как платформа, которая связана с конкуренцией в области управления данными, я имею в виду такие тщательные микроданные, это данные, на которые мы работаем. Мы видели, когда эти данные были недоступны, а если когда они попадают в доступ, то нужна соответствующая документация, как собирались эти данные, насчет чего эти данные, какие выводы мы можем сделать на основе таких данных. Транспарентность ключевая. Это для меня фундаментальный вопрос. Второй пункт – это ясные стандарты. Это тоже связано с транспарентностью. Если мы восстанавливаем какую-то базу данных, то нужны и стандарты обращения с этими данными, а стандарты интероперативности, чтобы люди знали, как правильно пользоваться этими, пользоваться, как использовать их безопасно. И еще ответственность, гарантия защиты персональных данных, гарантии, что люди, которые помещают свои данные, то эти люди смогут пользоваться продуктами, основами на этих данных.
Так что транспарентность, стандарт и гарантия безопасности. И еще одна вещь, которая очень важна в перспективе науки, чтобы найти равновесие между сильными стандартами конфиденциальности, которые, конечно, воспринимают использование данных, и, с другой стороны, креативность, которую можно высвободить, и еще новые идеи, которые могут возникать на основе этих данных. И очень важно все это производить при уважении конфиденциальности. Большое спасибо, Селин, и теперь перейдем к Эльсе. Большое спасибо. Я согласна с тем, что сказали мои предшественницы, так что защита, гарантии – это очень важный пункт. Что я наблюдаю во время моих исследований на тему управления экологическими данными? Что касается озер и океанов, тут не хватает информации со стороны коренных жителей. Нас исключили из правительственных данных, а ведь информация коренных жителей может помочь составлять данные, и нельзя никак допускать цифрового колониализма. Что касается цифрового пространства, что касается экологических данных в этом пространстве, я такой колонизации не вижу. Я вижу замечательные союзы, например, с Internet Data Alliance. Это тот путь, по которому мы можем двигаться вперед. На данный момент экологические данные перемещаются из территории, где живут коренные жители. 80% таких национальностей даже не опознаны. Академики не хотят учиться у коренных жителей. Мы не часть той группы, которая может быть собственником данных. Мы не интересны, то есть как эти данные используются, как ими манипулируют, чтобы принимать различные решения. Это большие вызовы, большие угрозы. Для нас очень важно гарантировать права коренных жителей, защищать их права. Наших наций должна быть контроль, возможность воздействия, необходимо уважать и соблюдать те права, которые записаны в Хартии ООН. Большое спасибо, Кэлси. А теперь перейдем к Эми. Большое спасибо. Я очень рада, что могу выслушать эти различные идеи, взгляды. Я стараюсь обращать внимание на некоторые общие темы, на темы, которые мы можем осветить с другой точки зрения. Мы можем учитывать различные нюансы. Для меня очень важно, чтобы говорить про окружающий кризис, про технологии. С учетом того, что все человечество взаимосвязано со всеми этими элементами и в области цифрового, и в области реального мира. И поэтому нам необходимо понимать, что для того, чтобы получить безопасный интернет, инклюзивный интернет, интернет, с которым мир устойчиво развивается, то здесь очень важны вопросы управления и построение интернета, который позволяет развивать доверие. Что касается доверия, это богатое слово. Есть несколько аспектов этого слова. Сегодня мы стараемся развивать доверие в области окружающей среды. Помехой здесь являются различные фейк-ньюсы и другие отрицательные явления. Критическим являются данные, которые возникают за счет различных анализов. Данные позволяют нам добиваться доверенных источников данных,
Очень важна инклюзивность. Инклюзивность только с точки зрения, какие данные доступны, но также с точки зрения того, для кого они доступны, в какой степени можно использовать их потенциал. И безопасность. Очень важно гарантировать не только безопасность данных. Речь идет о такой безопасности, чтобы любой человек во всем, в любой точке мира мог чувствовать себя субъектом в такой степени, чтобы мог участвовать в различных активностях, связанных с устойчивым развитием и цифровым развитием. С точки зрения сообщества, которое пользуется данными, для такого сообщества все эти пункты должны иметь огромное значение. И теперь перейдем к Rose. Большое спасибо. Я хочу сосредоточиться на том, что связано с мандатом Climate Technology Center Network. Это моя организация. Мы хотим содействовать развитию экологических технологий. Один из важных моментов – это экологический рассудок, который должен править тем, как собираются, как управляем данными. Мы все должны согласиться, что в действительности технологии, которые нам предоставляют доступ к хранению данных, к использованию с разными целями, эти технологии должны устойчиво развиваться. Если мы обратим внимание на количество технологических загрязнений, выбросов, то среди них находятся даже и устройства, которые мы используем для хранения, для получения данных. Это ноутбуки, это мобильные телефоны. А ведь мы производим миллионы тонн ненужных устройств, технологического мусора. А это количество будет расти, эти устройства быстро стареют, мы используем те технологии, которые все новее, а технологии становятся все дешевле, все более распространенными. Так что у нас есть здесь такой нежелательный побочный эффект. Учитывая мандат нашего центра, который должен дать нам возможность производить технологический трансфер между различными странами и нациями, то те аспекты, о которых говорила, будут иметь для нас большое значение. Но чтобы еще обеспечить действие этого мандата для развивающих стран, то учтем, что на таких стран в нашем списке около 100, там есть огромный цифровой разрыв. Я из Африки, так что мне очень легко приводить примеры из Африки. IFC нам передало в последнее время, что только 40% африканского населения имеет доступ к цифровым технологиям. И женщины в этом числе в меньшинстве. Когда возник вопрос на тему «данные для кого?», когда мы хотим поддерживать экологические решения, экологические проекты на любом уровне, то возникает вопрос, у кого есть доступ к данным, чтобы принять решение, которое надлежит принимать. То появляется вопрос, на который требует ответов. Так что здесь важны два момента. Это устойчивое развитие данных и устойчивый сбор данных, устойчивое хранение данных, и еще цифровой разрыв. Нужно его побороть и обеспечить доступ к данным просто всем. И тогда мы сможем ответить на вопрос, какие данные используются и какие нужны. Пожалуйста, включите микрофон, если хотите что-нибудь добавить. Я под огромным впечатлением всех этих идей, тех, которые были до сих пор представлены. Я хочу сказать, что справедливость и перспектива коренных народов имеет абсолютно незаменимое значение. Так же, как и разнообразие женщины, мы должны инклюзивно думать о том, кто будет пользоваться этими данными, а также кто будет
использовать именно цифровую инклюзивность. Нашу цифровую трансформацию нужно толкнуть вперед. Канада в недавнем времени представила перспективу для цифровых стран, и эти страны должны над этим работать. Мы должны подумать об оборудовании, о процессах, об управлении отходами, о зеленых территориях, о чистоте окружающей среды. Все это должно быть включено в любое действие, которое мы будем предпринимать. Ты говоришь об устойчивости с точки зрения окружающей среды. Канада будет идти во главе именно этого русла, этого движения на протяжении последующего года. Спасибо большое за то, что ты затронула эту тему. Эйми, пожалуйста. Я также хотела бы отнестись к последнему вопросу по устойчивости в отношении окружающей среды. Также в области анализа данных. Это очень важно. Microsoft очень серьезно к этому относится. Мы вполне вовлечены в то, чтобы добиться сниженных эмиссий двуокиси углерода. Мы сейчас нейтральные с точки зрения эмиссии. И в связи с этим интегрирование науки и данных для процесса разрешения проблем и также очищение своего корпоративного следа. Это все ключевые вопросы, связанные с теми усилиями, которые мы предпринимаем. Мы должны об этом думать как о чем-то, что вытекает одно из другого, а не отдельно. Спасибо. Давайте перейдем дальше. Каковы ключевые принципы или гарантии, которые вы бы хотели предложить в рамках глобальных рамок управления окружающей средой? И снова начинаем с госпожи Джойс Суи. Спасибо. Думаю, что прежде всего главное это то, чтобы осознать, что данные о среде существуют в цифровой экосреде, экосистеме. Нам нужна соответствующая структура данных и анализ данных для того, чтобы добиться результатов и получить поддержку для действия. Мы уже высказывались на эту тему. Говоря о данных об окружающей среде, с точки зрения определенной цели, да, мы это делаем. В нашем случае, вон, мы поощряем, смотря на структуру экосистемы, мы можем отслеживать глобальную вовлеченность, например, ESDG или же многосторонние цели в области окружающей среды. Но то, что является также важным или даже важнее, это то, чтобы использовать данные для того, чтобы принимать осведомленные решения, а также влиять на поведение потребителей. Когда подумаем о таких вопросах, как уравновешенное производство и потребление, нам нужно это переосмыслить, потому что в противном случае поведение потребителей не изменится. Данные должны агрегироваться на глобальном уровне, и они могут также быть связаны с другими данными об окружающей среде, как социальные, экономические данные путем стандартных интерфейсов и программного обеспечения. Нам нужно API. А также сборы данных об окружающей среде должны быть открытыми. Нам нужны эти данные как глобальное благо. И как министр Джойс из Канады об этом говорила, они должны быть как можно более эффективными, потому что контекст данных имеет значение. В зависимости от использования, анализа рисков и управления данными должно иметь эффективный подход, когда это будет необходимо. Спасибо. Спасибо, Джойс. А я сейчас хочу попросить наших слушателей, если у вас есть вопросы, пожалуйста, записывайте их на чате с правой стороны экрана, потому что будет время, чтобы ответить на этот вопрос. А сейчас вопрос Джойс Мэри. Пожалуйста, ответьте на тот же самый вопрос. Это очень важный элемент, о котором нужно
подумать заранее. И мне кажется, что с самого начала такие принципы должны учитываться и должны включаться во весь проект. Это для меня очень сложный вопрос. Я именно вышла из брифинга, который касался планов канадского правительства в области изменения того, как мы занимаемся конфиденциальными данными. У нас много разных программ канадского правительства, и я вижу, насколько этот процесс и эта программа являются сложными. А это всего лишь одна страна. И критичным является то, чтобы доступ и обеспечение достоверности были доступными, чтобы разные пользователи имели к этому доступ. Данные являются конфиденциальными, они могут быть ценными, особенно если это коммерческие данные, но об этом уже говорилось раньше. Мне кажется, Селин об этом, нет, извините, Кельси говорила о данных, которые находятся в руках коренных народов. Поэтому заботясь о данных, нужно на них смотреть также и с точки зрения коренных народов. Это такой, можно сказать, поток мыслей. Ну, существует международное право, которое касается прав человека, но есть также и руководящие линии ООН по использованию искусственной интеллигенции. Поэтому давайте не стараться изобретать колесо. Скорее всего, давайте найти лучшие практики, давайте их разместить, именно машинное обучение, использование компьютеров и так далее, доступ к данным, потом авторизация этого доступа. Давайте сделать так, чтобы эти системы были встроены в наши проекты с самого начала, потому что гораздо труднее потом эти изменения внедрять и обновлять их. И думаю, что то, что нужно помнить, это то, что все, что может перевестись на какие-либо угрозы для безопасности на национальном, региональном уровне, вот будут ли эти темы как-то трактоваться отдельно, я не знаю, как к этому отнестись. Я думаю, что нам нужен весь ряд формальных и неформальных договоренностей, которые будут нам указывать способы управление всем этим, показывать, как эти вопросы осуществляются. Поэтому открытость и транспарентность. Я знаю, что об этом уже говорили другие панелисты. Для меня это основной принцип. Это очередной вопрос. Конфиденциальность – это одно, потом авторизация доступа. Но нам нужна также и открытость, и транспарентность для того, чтобы это был фундамент всего того, что мы делаем. Несколько мыслей с моей стороны. Спасибо большое, Джойс. И сейчас Целин. Спасибо. Я согласна со всем, что сказали остальные участники. Я хочу еще добавить несколько слов с нашей перспективы, с Индии. Мы сотрудничаем с учеными, которые анализируют данные с компаниями, с правительствами, у которых есть конкретные проблемы, они пытаются их решить. И мне кажется, что есть такой вопрос, который я хочу подчеркнуть. А именно, для того, чтобы данные делали того, чего мы от них ожидаем, конечно, это очень абстрактно, я говорю, но для того, чтобы эти данные перевелись на какое-то влияние, которое мы ожидаем, мы должны сделать все возможное, чтобы понять цепочку ценностей и рынок, который является движущей силой этих данных. И нужно понять, что данные – это нечто большее, чем данные. Это продукты или выводы. Мы в Индии принимаем участие в конкурсе, в котором мы используем данные для экстраполяции информации о качестве воздуха во всей Африке. Если посмотрим на данные, которые доступны на данный момент, касающиеся качества воздуха, они очень скромные. Мы нашли всего лишь несколько наборов данных из Африки, из Кении, а остальная часть континента является пустой. Хотя остальная часть мира покрыта датчиками, которые на ходу дают легко доступную информацию. И мы задались вопросом, как заполнить этот пробел в данных, и мы использовали
создали модель машинного обучения для того, чтобы заполнить этот пробел. Наши ученые из всей Африки создали такую модель или несколько моделей, которые в настоящее время размещаются в южноафриканской сети по наблюдению Земли. Так что одно – это суровые данные, способ сбора этих данных, кто имеет доступ к этим данным, кто может анализировать эти данные и кто занимается продуктами, которые опираются на эти данные. Это все проблемы, которые являются важными, нам нужно их учесть. Я хочу еще обратить внимание и подчеркнуть все то, что говорят другие об инклюзивности, о представительстве. Представительство имеет настоящее значение именно здесь. Нам нужно понять всю цепочку ценностей. Представительство должно найти свое место на каждом этапе этого пути. Если посмотрим на цепочку ценностей, связанную с данными, я это хотела подчеркнуть. Вот представительство, доступ продуктов, которые опираются на данные, и сами суровые данные. Спасибо, Целина. Сейчас Кельси. Большое спасибо. Спасибо также и предыдущим панелисткам. Что касается принципа обеспечения, нам нужны данные, которые касаются окружающей среды, также с точки зрения справедливости. Что это значит для нас, для коренных народов? Это означает, что нам нужны дезагрегированные данные, которые будут измерять конкретные факторы, касающиеся окружающей среды. И сейчас у нас доступ к агрегированным данным, к большим наборам данных, которые относятся к уровню либо национальному, либо региональному, а нас выталкивают на обочину. Мы не считаемся, как же нам иметь значение в процессе принятия решений. Что касается доступа к данным, как можно использовать эти данные правительствам? Как можно опирать свои решения на эти данные, если эти данные вообще не учитывают нас как народов? Поэтому тут нужно найти какие-то устойчивые решения в этой экосистеме данных. Наши сообщества, коренные, они являются на первой линии фронта в плане изменений климата. Поэтому если эти данные об окружающей среде для нас будут доступны, они помогут нам защититься от этих изменений. Если у нас будет этот доступ, это будет для нас соответствующей защитой. И надеюсь, что это удастся нам встроить в будущую экосистему данных. И я бы хотела еще подчеркнуть один момент в плане суверенитета данных. Английский язык монополизирует экосистемы данных, маргинализирует зачастую коренные народы, потому что наши народы имеют свои языки. И мы видим, как эти языки теряются. Они где-то уходят на второй план, потому что они выталкиваются из использования, они становятся бесполезными, ненужными. И мне кажется, что такое управление данными тоже нужно, должно это учитывать. Столько этих знаний об окружающей среде имеется именно в наших языках. Поэтому нам нужны данные, которые будут поддерживать коренные языки. Это еще один важный момент. Наш Data Alliance создала такие принципы, которые касаются суверенитета данных об окружающей среде. Это данные, которые говорят о том, что экосистемы данных должны создаваться таким образом, чтобы поддерживать коренные народы. И это также и ответственность ученых, которые работают с данными без этих народов. Эти данные не будут обмениваться. Также способ использования наборов данных является важным. И думаю, что это все должно быть учтено.
Прежде чем перейти к следующей панелистке, я повторяю, что вы можете нам отправлять вопросы на чате или в секции Q&A внизу экрана. А сейчас Келли. Спасибо. Мне кажется, что некоторые из тех принципов, которые мы должны учитывать, и я хотела бы подчеркнуть, это прежде всего, например, необходимость сосредоточиться на основах устойчивости, на тех данных, которые должны быть доступны. Я это говорю потому, что мы живем в эру информации. Данные нас заливают, об этом часто говорится. Но есть критические информации, которых у нас нет, но мы могли бы ими располагать, если мы бы сосредоточились на них. Например, биоразнообразность. Есть много информации, которой мы не располагаем. Если мы бы сосредоточились на доступности к этим данным, мы могли бы разумно принимать решения до того, как потерять биоразнообразность. Так что мы должны определить ключевые данные с нашей точки зрения, и этим мы и занимаемся в Microsoft. Мы стараемся создать планетарный компьютер, который выбрал бы ключевые данные, которые мы бы могли передавать тем, кто занимается защитой окружающей среды во всем мире. Это должно опираться на многосторонний подход. Такие форумы являются очень ценными, они сближают и приватные, и публичные сектора, и гражданское общество для того, чтобы идентифицировать эти самые главные данные на разных уровнях. И частью этого одного целого является то, что эти ключевые наборы данных, конечно, являются ценными, но только тогда, если они являются открытыми и доступными для многих разных субъектов, которые принимают участие в этом все более многостороннем секторном процессе, которым является управление нашей окружающей средой. Поэтому нужно сосредоточиться сообща на том, чтобы выбрать эти ключевые, изменчивые. И потом нужно активно искать таких валидированных данных, к которым нам нужен доступ, и на их основе принимать решения. Эти ключевые ценности нам будут нужны в будущем. Конечно, если мы хотим как-нибудь справиться с этим процессом соответствующим образом и принимать осведомленные решения. Спасибо большое, Эйми, и в конце Роуз. Большое спасибо. Мне кажется, что мы услышали уже много важных вещей. Последняя высказывающаяся подчеркнула, насколько важно распознать, какие данные являются ключевыми. Конечно, климатические данные являются ключевыми с точки зрения самых уязвимых сообществ в первую очередь, но есть и другие категории очень важных данных. Для меня ключевым по времени сейчас является то, что у нас очень много доступных данных, которые касаются окружающей среды. Это данные, которые используются в процессе принятия решений. Этот процесс должен служить планете и нам всем в конечном итоге. И нельзя никого оставлять сзади. И вся эта тема вот очень важна. Если мы говорим о данных, которые должны нам обеспечивать лучшее качество жизни или защищать нас, обеспечивать лучшее качество воздуха, эти данные являются хорошими для нас, для природы. Поэтому нам нужно создавать те данные, которые нам нужны. И одно в конце, один момент, который мне кажется важным для нас как сообщества, а именно то, что уже многое было сделано для окружающей среды. Это связано с этой новой большой цифровой агендой или повесткой дня, которая также учитывает окружающую среду. И думаю, что такая система, опирающаяся на окружающей среде, должна учитываться также и в других областях, чем это традиционно принялось. Это должно восприниматься более
разнообразно, всесторонне. И это я хочу подчеркнуть с точки зрения нашей организации. Спасибо. Большое спасибо. И теперь мы переходим к вопросам. У нас один вопрос. Несколько раз упоминалось требование стандартов для экологических данных. Кто должен создать такие стандарты? И теперь я считаю вопрос открытым для всех. Кто хочет прокомментировать? У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Но бы я хотела ввести в дискуссию еще одну тему. Я хочу вернуться к критическим центральным данным, к этой всей идее цепочки данных, дезагрегированных данных, которые должны служить, содействовать общественному благу. Какая здесь роль правительства? Я не знаю, кто об этом говорил, но мы слышали, что и правительство, и гражданское общество, и коренные жители, и бизнес, и предприятия, различные заинтересованные стороны должны в этом участвовать. Но правительство может играть очень продуктивную, эффективную роль, если мы будем учитывать правительство в процессе самого начала. Потому что потенциал огромный. Он может усложнить или облегчить весь процесс. Есть такие организации, которые сближают правительство. И речь не идет о том, чтобы создавать какой-то огромный организм, у которого будут проблемы согласовать что-либо, но какие-то открытые правительственные партнерства, например, открытая группа 85 государств, которые представляют почти 2 миллиарда человек. И речь идет о диалоге между правительством и гражданским обществом, чтобы обеспечить открытый подход к использованию данных, ну, чтобы заодно привлекать жителей, граждан к сотрудничеству с правительством. Так что давайте найдем способ, как правительство подключить под все работы, но заодно, чтобы это никак не затормозило никакие процессы, чтобы не производить излишней бюрократии. Спасибо, Джойс и Эми. Я хочу еще раз подчеркнуть то, что уже было сказано, а именно, кто определяет стандарты, кто диктует стандарты. Это должен быть многосторонний процесс, у правительства есть в нем определенная роль, это особая роль. Но есть также, стандарты, они, в общем, там есть 2 аспекта. Они должны определять, какие данные доступны, какие здесь являются, какие данные являются ключевыми. Потом, как защищать данные, в какой степени их открывать. Но есть еще одна важная составляющая – валидация, верифицирование, проверка данных. Какие данные мы используем для в процессе принимания решений? Есть процесс, связанный с использованием научных данных, я имею здесь в виду peer review. Но что касается этих данных, экологических данных, то мы еще не решили эту проблему в достаточной степени, которая мы еще не можем максимально использовать данных. Мы не сможем максимально пользоваться данными, если мы не примем решение, какие данные являются достоверными, а какие нет. Так что я здесь задействую такой академический взгляд на данные. Мы создаем тренды, мы создаем прогнозы. Это огромный потенциал. Данные – это огромный потенциал. И как теперь это все соединить с академической средой, которая понимает, как обращаться с данными. Это огромный вызов и огромный шанс, но мы здесь еще недостаточно, не достигли достаточного уровня.
Итак, давайте перейдем к следующей части нашей дискуссии. Вопрос к участницам нашего заседания. Какое обязательство вы готовы взять на себя на 2021 год? По одному обязательству, Джойс. Одно внешнее, одно внутреннее обязательство. Мы должны быть гибкими, мы должны приспосабливаться, и поэтому мы обязываемся, что будем сотрудничать с форумом IGF. Мы хотим создать такой форум, мы хотим быть таким форумом, который занимается хорошей, надлежащей практикой в области интернета. Я хочу работать над составлением дорожной карты генерального секретаря и быть лидером в составлении плана действий относительно дигитализации и борьбы с цифровым разрывом. Я это буду делать под освещением ООН, для которых работаю. Большое спасибо. Когда я говорила о том, кто должен принимать решения, я говорила о том, что правительство должно быть на первом плане. И это было мое обязательство, потому что это многосторонний подход. Подход с учетом различных заинтересованных сторон. Это то, что я считаю очень важным. Я не говорю о том, что правительство должно взять контроль над всем. Если вы меня попросить взять на себя какое-то одно обязательство, то это то обязательство, которое я решила взять на себя, когда я еще была лидером Digital Nation, председателем Digital Nation. Наша группа взяла на себя такое обязательство, обязательство работать над устойчивым цифровым развитием. Мы будем продвигать эту инициативу, будем искать партнеров и подготавливаясь к конференции ООН по изменениям климата, мы будем идти именно в том направлении. Я говорила про открытое партнерство с правительствами. Мне кажется, что в этом есть огромный потенциал, что мы можем составить такой план действия относительно открытого правительства. Этот план, над которым мы работаем с гражданским обществом, мы вместе создаем такой план. И мне кажется, что нужно еще ввести вопрос открытости данных в контексте сегодняшних условий, сегодняшних изменений. Это, конечно, требует отчетности, отчетов на тему воздействия федеральных мер на окружающую среду. Конечно, я не могу взять на себя такое обязательство сегодня, потому что мы это все проводим в сотрудничестве с гражданским обществом, мы являемся только одним из участников в процессе дискуссий, консультаций, переговоров, но это то, в чем я активно участвую, это то, в чем я заинтересована, я хочу, чтобы это продолжалось, и я хочу, чтобы это стало частью более широкого партнерства. Я уже говорила о том, что другие страны могли бы к этому процессу подключиться, могли бы участвовать в нашей инициативе, то есть это то, что я предлагаю. С точки зрения Зимби, нам кажется очень интересной эта идея, чтобы искусственный интеллект был более доступным для всех, несмотря на локализацию региона, пола. Мы хотим увеличить эти возможности, мы хотим им предоставлять молодым людям из Африки, из других развивающихся стран, чтобы эти люди могли учиться, узнавать больше про искусственный интеллект, про машинное образование. Мы надеемся, что наша платформа поможет подействовать на то, что данные будут более открытыми, доступными, и можно теперь Кельси. Мне кажется, что моим обязательством может стать то, к чему я хочу призвать всех, чтобы мы знакомились с нашими правилами насчет данных, также насчет с данными насчет коренных жителей, коренных населений. Это очень важные
есть документы, относящиеся к коренным населениям, и этот документ содержит важные стандарты. Я призываю всех познакомиться с этим документом, и чтобы все могли работать во имя большей справедливости. Эми? Прежде всего, я хочу взять на себя такое личное обязательство. Это было замечательное заседание. Мне над многим еще нужно подумать. Я узнала различные здесь точки зрения, познакомилась с разными идеями. С перспективой фирмы Microsoft мы можем взять на себя два обязательства. Во-первых, идти вперед, добиваться прогресса, что касается редуцирования отрицательного воздействия на окружающую среду. Мы хотим быть таким положительным игроком. Мы хотим сотрудничать с партнерами, с которыми мы будет легче идентифицировать, находить эти важнейшие моменты. И мы хотим участвовать в диалоге, мы хотим участвовать в надлежащей практике, создавать надлежащую практику, чтобы все могли делать больше. Спасибо. И еще Роуз. Большое спасибо. Мое обязательство в рамках продвижения технологий, экологических технологий. В этом контексте мы должны сосредоточиться на одном из двух вопросов, у которых есть огромное воздействие на окружающую среду. Я имею в виду энергетику, количество энергии, которое необходимо для того, чтобы вся эта цифровизация могла состояться. Мы должны поддерживать такие технологии, которые являются более энергетически эффективными. Мы должны тоже сотрудничать с нами, нашими государствами-членами в области управления и использования электронных отходов, потому что они являются огромным глобальным вызовом, огромной глобальной проблемой. Когда мы продвигаем эту тему в разных странах, мы развиваем понимание. Мы должны вести диалог с различными игроками, с различными... with some of the challenges, for example, Selena was talking about, where the actual data gaps that we need for sound environmental decision making. Thank you very much. Rose, thank you for concluding that section. And we've had a fascinating and very thought-provoking exchange of ideas today. And I want to thank the panelists for all their concrete suggestions and for the work they are developing in their institutions on this topic. The IGF and the UN Environmental Programme have pushed this issue to the top of the agenda. And now the UNEP is considering making digitalization of environmental sustainability a four-year priority. The media too needs to report more on environmental data and the implication of using it sensibly. Please do contact me at Digital Planet about this. As we have heard across the various environmental tracks in the IGF, as well as on the panel today, every scientific assessment is giving us 10 years left to solve climate change, biodiversity loss, and pollution. Living as we have been living and doing business as usual is clearly not working. And we need to find ways to make exponential progress in these three areas. Digital transformation is going to play a massive role if it can be harnessed for environmental sustainability. The stakeholders need to establish together how environmental data and metrics can be hard-coded into application, platforms, filters, and algorithms of the digital economy to fundamentally change the incentive structures for sustainability if we are to see any benefit to our environment.
Working together with environmental data and digital technologies could decarbonize, dematerialize, and detoxify global supply chains, as well as help us predict and respond to global environmental risks. Together, we can take collective action on environmental digital cooperation and commit to concrete action with the support of the IGF and UNEP. Thank you to everyone on the panel today and those behind the scenes, translators and scribes as well, who have made all of this happen. I hope to come back next year to hear about the tangible progress that has been made. Thank you. Thank you very much to Anya, and thank you very much to our panelists. It was a great session. We will be having the closing session in this room, in the same room. So if you want to stay for the closing session, please stay. And those closing session panelists, just stay in this room and we will upgrade you to panelists if you're in the audience. And so thank you again, and we'll see you in 20 minutes. Thank you. And David, if you want to say something. No, I was going to say fantastic work, but everybody left. Okay, sorry. Okay. Cheers.
Good afternoon or good morning to you. Can we just test our cameras and microphone? Oh, good morning. Good afternoon, Chengetai. How is life? I'm fine. And you, Christoph? Very good. Thank you. Good, good. Yes, I think everything is working fine with you. So that's great. Yes. There's a bit of a reflection on your lens, I think. Yes, I'm not too sure. Try to correct that maybe. Mm-hmm. Yeah, it's getting better. Yeah. Oh, I will put additional light as well. Okay, great. Is it better now? It's better, but when you tilt it up, it comes worse. Okay. Now it's better. Yes. Okay. Mr. Carlos Molina, greetings. Can we just good test morning, your good microphone? Afternoon. Good afternoon to you. Yes, yeah, it's working fine. We got from Costa Rica. Yes. Mm-hmm. It's a pleasure to meet you. I was in Costa Rica, I think, 2 years ago. Oh. How was the experience? Oh, great. Wonderful place. Wonderful country. Yeah. Right now it's raining because the consequence of the Iota hurricane. So. Oh, yes. Yes. Mm-hmm. It's a terrible situation they're facing in Honduras and Salvador. Mm-hmm. Yes. Okay. All right. Thank you. And sorry, let me go. Henriette, can we just test your video and microphone? Is that okay? Yes. Perfect. Thank you very much. Okay. Joran, good morning. Good morning, my friend. And how are you? Yes, we can hear you quite well. And yes, we see you as well. So that's great. Good. Thank you. Let's see who else we have. And our moderator has just arrived, Jonathan. I think he's still setting up. Hello. How are you? I'm fine, Jonathan. And how are you doing? I'm all right on a grey day in London. Ah, yes. I'm just working out. Hold on, I should be with you in a second, setting up the best way to do this. Okay, no problem. We're just testing everybody's very good microphone. Hello, Masango. Yes, hello, Dr. Mohammed. How are you doing? Okay. Great. Yes, okay, we hear you and we see you well. I did not hear what you were saying because I had to enter the page. But anyway, I'm on now, so I guess it doesn't really matter. No, we were just testing everybody's microphone and camera, and yours is working great, and we can hear you very well. So that's good. We're going to start at 20 past the hour. So at the moment, we're just going through and testing everybody's setup just to make sure it works. Deputy Minister Parshan, would you mind switching on your camera and just having a microphone? Good afternoon, sir. I'm not Mr. Parshan. We're testing this system. Yes, that's fine. Yes. And what about translation? We do not see bottom on the screen from Russian interpretation. There should be a button next to where it says closed captioning. There should be an interpretation button. And if you click that, you have the list of the UN languages. Would you see it? This is something we just found out, that it seems to be different on certain computers. But there should be an interpretation between closed caption and the leave button. Would you see it? There's share screen, closed caption, and then interpretation. That you have. But if you have an old version of Zoom, then you won't have that. Ah. So, mm-hmm. It
to the latest version than you do. You may have enough time to upgrade. I don't know if that helps, or maybe upgrade a different computer, just your Zoom version. Thank you for information. We will try to do it. Thank you, sir. So we need to update our system, or what should we do? I think maybe just the program. That is what I'm being told. Okay, we will try to do it somehow. Thank you, sir. Okay. But there is the captioning, so that is available. But if you want to listen to the interpretation. Давай, может быть, подключим твой компьютер все-таки или нет? Under Secretary General Hochschild, can you just switch on your camera and your microphone just to have a mic test? If you can hear me. And also Valerie, welcome. Thank you so much. I can hear you loud and clear. Can you hear me? Yes, we can hear and see you. Great. Thank you. We're still missing a few. So the projected start time is 20 past. So, good morning, Vint. Can you hear us? If we can do a quick camera and microphone test, that.